того, что они опять это все не перекопают и не будет такой грязи. И вот, мы же деньги свои на это потратили, да, то есть они не хотят, они говорят, мы вам только можем здесь разровнять, а что они разровняют? Эту глину, и вода вся стоит наверху, то есть это... С какой компанией вы конфликтуете? Это Калининград Газпром или кто это? Я не знаю. Нет, это какая-то, вот то, что дело у нас, это... Какая-то это, скорее всего, какая левая компания. Мы конфликтуем. Это вообще как бы дело у самого общества. Газ они нам подключили, мы за это им деньги заплатили. А вот общество должно нам восстанавливать дороги, потому что мы же какие-то членские взносы все равно платим. Конечно, мы платим. Вот мы за свой счет сами вот себе сделали, сами ездим. Ну а там, где кто-то перерыл, должен кто-то тоже что-то делать. Или какие-то грузовики должны нам предоставлять общество. Ну, то есть у вас конфликт с председателем общества, по большому счету. Не то, что конфликт. Конфликт, у него денег на это, он говорит, нету. Пока все газ не подключат, у нас, как бы, по идее, никто ничего делать не будет. Газ подключают уже 2 года, да, и что, и сколько еще будут его подключать? Еще 2 года, да, и что, мы будем вот так мучиться? Ну вот вопрос, уже по поводу нашей первой новости писали блогеры о том, что